Паша открыл капот. Что-то... Так, смотрят все, что там с машинами. А! Блин, тормозов нету. Сейчас я тут, чтобы бородача снять. Две пониженные их держат. А это что, они в объезд когда едут с той стороны? Не, потом мы объезжаем, и вот тут третий как раз участок начинается. Да, да, есть такой. Так, самурай. Ну кто-то вам не задал, у тебя все участники пройдут. Да. Забирай физика, есть уже на пене. А мы сейчас пока там еще чешемся. Четко, вовремя. Все, подожди, там более серьезный человек, да, в кадре. Ван Дам, давай, стой, стань, фотку сделаю тебе. Ван Дам, куда ты ползешь? А, он моет машину. Это заботливый штурман. Повезло бородачу, конечно. Таких штурманов мало. Олежек, белоруса правая, левая передняя тоже. Очень давай, давай. Давай, давай, давай. Вот эта легендарная машина. Что-то там тяга рулевая какой-то непонятной формы. Ну, доедем там, посмотрим. У нас достаточно чисто, в принципе. В общем, объезжаем железку на третий кусочек. Там должно быть тоже неплохо. 2010 год, зимой, в феврале купил я Гранд Чероки, который ты сейчас чинишь. Там мотор стоял как в кирпиче, 4-литровый рядный. Ну, неважно, ну, нормальная такая она вся, чистенькая, новенькая машина. Ну, относительно, конечно, 2001 она. Ну и, а зима была... 9-10 год, зима была жесткая вообще. Всю зиму снег, мороз, такая именно четкая была зима, много снега очень. Я по этой дорожке думаю, ну знаешь, тут лесочек, дорожка. А резина стояла, просто дорожный Мишелин такой. Ну, обычно 4 дорожки, понял? Ну и я по этой дороге еду, оттуда, от переезда, заехал. Тут есть ответвление влево, там беседочка есть. Ну, была, по крайней мере. Думаю, сейчас развернусь. В сугробах, короче. Ходил в сторожку, а тут эти железнодорожники за лопатой. Понял, что откопаться и выехать. Это жесть. Вначале даже толком не знал, где полный, где понижайка. Ну, полный знал, там оно подписано. А какой полный там full-time, part-time вообще. То есть как-то, ну, на пониженной там разворачивался. Откапывался, с трудом выехал, ну выехал. Ну, я же никого не знал, то есть сам. В принципе, у всех так оффроуд начинается. Люди начинают, так, сейчас вытрем. Люди начинают кататься сами. У Вити так было, у Жени. Все рассказывают. Паша рассказывал, как он тоже там катался, дубасил, разведывал тут окрестности. Ну, все так делали. А потом уже... коллективом. Что там, Андрюх? А? Воды? Поделай еще фоточек, Руслан, машины. Ого. А как вы хлебанули? Я же без шноркеля. А что ты без шноркеля? Снял же это, багажник. А, ты снял? Облегчаешь? Ага. Лучше бы не снимал.
Та не успел вчера что-то. Белый дым такой, вонючий. Воды. Воды хапанули. Фильтр воздушный. Импровизированный, да? УАЗа Патрол. И что делать? Сухо все. Так, без тряпки попробуем уже. Я поставил этот упор или нет упора? А он, Саша, подъехал. Подожди, подожди, Андрюх. Подожди, стой. Давай. Оно длинное пока дойдет. Ну, почти завел. Ощущение, что зажигание рано как-то пристало. Перескочил, ты думаешь? Да хрен его знает. Перескочил, перескочил. Ты брал еду какую-то праздничную? Ты не боишься, что это такое? Не брал ничего, я тебе взял два паштета в подарок и буханку хлеба. Наконец-то, неси быстро. Андрюха, самое новое в твоей машине — это сигналы, да, да. Починил, ура! А что за звук? А? Гидрик. Гидрик, да? А двигатель все-таки не стан, а болячки остались и вазочки. Вилли с нами. Вот. Заработало, и то хорошо. Саню завез. У него сегодня сокращенная программа. Были планы другие, раньше запланированы. Дождь практически прекратился. Сейчас мы вернемся к третьему участку танковой. И будем догонять наших, если они уехали. Да, брызгает немножко с колес. Шикарный день. Погодой повезло. Я же вам там говорил, рядом же было, параллельно танковой было. А? Ну поехали. Так, наша колонна навстречу. Сейчас разворачиваемся. Красивый лес. Сейчас.
параллельная дорога танковой. Да, параллельно до конца, ну и направо там где-то уже сориентируйтесь. А ты по автодому? Я по танковой поеду, да. Так, Виллис с нами. Красота. Все, параллельно танковой прямо. Ну, а мы поедем дальше. Такой сегодня красивый УАЗ в красивом лесу. То, что доктор прописал. Посмотрим, стало ли повеселей на танковой. Ну, чуть-чуть должно быть лучше, по идее. Вот это место, где патрол оживляли. Тут все просто и несложно. Благодаря хорошей погоде, конечно, намного веселее. Интересно, сколько мы тут раз уже были за 10 лет оффроуда нашего. Много интересных моментов было, разной погоды. Зимняя, тут очень красиво. Есть тоже кадры, фото и видео шикарные. Да, видите, немножко проехали, колею пробили. Отлично. А ребята параллельно и поехали дорожкой. Я надеюсь, что она приведет. Ну, так квадратами поделено все. Весь лес. Должны приехать они. Мы сейчас будем пытаться кого-то догнать. На заднем приводе едем. Видите, от танков осталось, я уже показывал, осталось только вверх-вниз вот эти волны. Вообще для соревнований такого плана, как Jeep Sprint, идеальная тут местность. Прямяки. Все просто, ничего не надо ограждать. Просто маршалы. Вот, видите, тут поворот на ту параллельную дорожку. Ну, а мы прямо. И здесь вообще все заросло. Я уже много раз показывал. Летом было даже непонятно, что здесь есть дорога. Нас чуть прокатали. Так, с колес летит на меня по зеркалам. Банда умчалась, ну надо было Саню отвезти. Я думаю, сейчас где-то кого-то догоним в любом случае. Хороший вчера день был. Собрали практически все, что нам надо для залупазла.
болит, правда. Для установки нового мотора и трансмиссии. Раздатка, все в идеале. Ну, в идеале относительно, ну, скажем, все включается, все сделано. Так, включил я полный привод. Так будет быстрее. Начинает напоминать танковую. Появилась колея какая-то небольшая. Так, если сделать, конечно, два прямика вперед-назад и запустить всех по пару раз, то будет ярко. Дорожка перпендикулярная пересекает. Там бревно лежит, может, убрали уже. Что армада прошла. Да, бревно наше на месте. Все проехали. В прошлый раз были здесь потери небольшие. Неужели никого мы не догоним? Болото с запахом становится веселее. Да, представляю, как они тут дубасили всей толпой. Приближаемся к месту соревнований с Максом. Ого, смотрите, как хорошо тут становится. Лебедки у меня нету. Я тут не застряну, правда.
достаточно просто, когда много воды. Несложно. И будет у нас на залупазле 1.6, 82 силы мотор. Коробка 4-ступка, которая самая надежная из советского автопрома. Ну и ниловская раздаточка, тоже хороший узел. Будет пониженная, будет бортовые редуктора. Мы, знаете, извечный спор. Нива, ЛуАЗ, УАЗ. Кто лучше едет, кто хуже. Мы тут объединим сейчас ЛуАЗ с Нивой. Я думаю, получится очень хороший результат. Так, друзья, ну тут вроде как какой-то ураган прошел. Глядя на плавающие эти бревна, остатки. Поток воды со мной большой выходит. Центральная лужа наша любимая. Там основная часть нашей банды. На дожди лужа глубже не становится, как-то так подсохшая немножко она по сравнению с тем, что было раньше. Ну неплохо, в принципе, все равно. Нормально поехал. Что-то мы ударились. Непонятно обо что. Бревна, наверное. Поедем медленно. Даже здесь мусор умудрились выбросить. Стреляют люди со стрелкового оружия в этих местах. И вот я всех догнал. Вырубка за Росто тоже все равно все. Молодые там сосенки посажены были, но пока заросло все непонятно чем. Нельзя узнать, был такой лес огромный здесь слева. Ну что там, где, кто? Ничего не узнать. Очень густой лес был. Справа стрельбище здесь. Очень хорошие места.
роты в лагерь. Такой быстрый оффроуд сегодня у нас. Ну, день короткий уже, плюс часы перевели. Хорошо прокатились. Интересно, наши в объезд, которые поехали. Должны найти нас. Вот и красота. Мы на месте. Подписывайтесь на канал, делитесь, заходите. Много интересного, много хорошего, необычного, редкого контента. Постановочных видео нет. Все только, все как в реальной жизни. Всем пока, до встречи.